В современном мире квесты прочно заняли свою нишу. Они тренируют мозг и позволяют отвлечься от современной рутины, способствуют сплочению коллектива. Популярны такие игры среди молодежи. И именно для своих молодых последователей Саровское благочиние решило попробовать эту форму досуга. Это мероприятие, чтобы объединить молодежь, чтобы такое наладить общение в неформальной обстановке. Иногда мы встречаемся в храме, вот, но там другая обстановка, молитвенная. Вот, а здесь уже мы в такой вот более неформальной обстановке можем пообщаться, объединиться. В основе сюжета известный отрывок из Евангелия о том, как волхвы шли к новорожденному Иисусу. В игре участвовали три команды. Они олицетворяли трех волхвов со своими дарами. На начальной точке игроки получали задание с ребусом, разгадав который, переходили на следующий этап. Какие-то точки будут связаны именно с православными объектами нашего города, какие-то не совсем. То есть все сделано так, чтобы запутать команды, чтобы было как можно интереснее играть. По правилам квеста игрокам нельзя было пользоваться ни автомобилями, ни мобильными телефонами. На помощь пришли смекалка, умение ориентироваться на местности и знание истории нашего города. Какой-то ассоциативный, видимо, ряд в заданиях, ну, как бы указаны. Мы должны эти ассоциации, которые тот, кто придумывал задание, то есть мы должны уловить ассоциации этого человека и вычислить, куда нам идти. К Пасхе и другим церковным праздникам Саровское благочение готовит новые мероприятия для православной молодежи. Присоединиться к участникам могут все желающие. Подробности в группе «Община православной молодежи Сарова» ВКонтакте. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.